Здравствуйте, дорогие друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. И сегодня 1 сентября, я поздравляю вас, а кого-то, может быть, и не надо поздравлять, с началом нового учебного года. Слава богу, что у меня эти дни уже давно минули. Я не хочу больше учиться. Итак, друзья, значит, как вы поняли, к концу подошел месяц август, и это означает что? А это означает то, что 4 победителя в месяце августе получат свои новенькие колоды прямо с нашего судна. Ну что ж, предлагаю пройти и посмотреть, кто же эти финалисты. Итак, друзья, давайте посмотрим, кто же стал нашими победителями. И давайте начнем, конечно же, с наших комментаторов. Их у нас 2 и 2 репостнувших везунчика. Итак, комментаторы. Значит, комментатор номер... Точнее, комментатор, занявший место номер 2. Это коммент, который мне очень понравился. И он был оставлен матросом под ником Андрей Меркулов. Андрей Меркулов и его коммент к обзору колоды карт Феникс. Итак, что же получает Андрей? Андрей прямиком из моего магазинчика получает вот такую вот замечательную, но недооцененную колоду Bicycle Dragon Gold. Очень классные карты, ребята, рекомендую их заиметь в своей коллекции. Ну что ж, Андрей Меркулов и колода Bicycle Dragon Gold. Да, уважаемые победители, кто не в курсе, я говорю сразу, что колоды мною всегда вскрываются один раз для обзора. Но они, в смысле, такие же новые, не переживайте. Итак, место номер один и коммент, который мне также понравился, оставил матрос под ником Александр Маркин. Александр Маркин и его комментарий к моему, скажем так, анонсу на конкурс на две колоды, которые проходили последними в группе в нашей ВКонтакте. Итак, что же получает у нас Александр Маркин? Александр из сундучка морячка получает вот такую вот колоду, которая называется Bicycle Zombie Fit. Вот такая вот очередная колода о зомби достается Александру Маркину. Итак, друзья, это были два наших комментатора... Два наших комментатора, которые в честной борьбе выиграли у остальных. Ну что ж, а теперь пора чествовать... Точнее, сначала давайте узнаем, кто же стал победителями конкурса репостов. И здравствуйте, дорогие друзья! На связи с вами Сергей Куликов, он же Моряк. Давайте продолжать узнавать наших победителей. Итак... В этом видео мы подведем с вами итоги конкурса репостов ВКонтакте. Конкурс был очень простой, я условия делаю очень легкие, чтобы все смогли поучаствовать. Надо было всего лишь вступить в группу, изучить мой магазинчик, да, добавить его в закладки. Ну и как бы уповать на фортуну, ждать, надеяться и верить. 905 репостов у нас. Так, для начала, конечно же, мы копируем ссылочку, которая нам потребуется. Переходим в полюбившееся нам предложение Random App. Вставляем ссылочку на наш пост, да, поделившийся с друзьями. И выбираем только члены группы. Как мы помним, одно из условий это было состоять в группе. Жмем далее. Опля! Как видим, число участников 875, а репостов было 905. Значит, 30 человек все-таки на борт так и не добрались. Ну да ладно. Итак, друзья, первым делом мы с вами разыграем колоду Bicycle Fire, обзорчик на который я уже запиливал. И узнаем, кому же она достанется. И вуаля! Это Данил Грунин. Данил Грунин, я вас поздравляю, и колода Bicycle Fire отправится прямиком к вам. Ну да, для начала давайте еще разочек уточним, не лагает ли наше приложение. И просто вот так вот напишем. Да, Данил Грунин, город Волгоград, в нашей группе состоит. Данил, поздравляю, Bicycle Fire поедет в ваш город, к вам. Так, ну что ж, давайте вернемся назад. И разыграем колоду Beardnasium от Дэна и Дэйва. Ребята, обзорчик на нее скоро выйдет. Это очень клевые карты, поверьте мне на слово. Итак, кому же достанутся карты B? Черт возьми, хоть бы это был я, хоть бы это был я.
И мы жмем... Па-бам! Это Антон Мородецкий. Антон Мородецкий, вы реально везунчик, я вас поздравляю. Но для начала я должен убедиться в том, что вы состоите матросом на нашем судне. Да, Антон из Рязани. Антон, я вас поздравляю. Бирнезиум теперь ваш. Ну что ж, друзья, давайте теперь будем чествовать наших победителей. Итак, друзья, как вы поняли, в этом лентяйском конкурсе победил Данил Грунин. И Данил Грунин получает, как вы уже поняли, колоду Bicycle Fire. Вот такая вот недавняя новиночка от Bicycle. И комментатор, точнее не комментатор, а второй счастливчик это у нас Антон Мородецкий. Антон Мородецкий, и он получает колоду, очень клевую колоду. С удовольствием бы оставил ее себе. Это Bearnasium от Дэна и Дэйва. Ребята, это очень крутые карты, поверьте, обзорчик на них я уже сделал. В скором времени он появится на каналчике, на нашем судне. Итак, друзья, еще раз я поздравляю победителей. Ребята, вы молодцы, эти карты теперь ваши, срочно, до 15 числа пишите мне в личку. Комментаторы на Ютубе, пишите в личку в Ютубе, а с комментаторами, с репостнувшими я сам свяжусь ВКонтакте, или вы сами мне напишите. Ну что ж, на этом все, я желаю всем успехов, и пусть боги моря и небес, как прежде, вам хранят, и удача по-прежнему вам благоволит. Пока!